Ну сколько он снимает, да? Сколько? Тут два сантиметра, меньше двух сантиметров. Ну, практически льда нету, лед очень-очень тонкий, то есть выходить очень-очень опасно. Были замечены рыбаки на реке Ягорби на льду, которые рыбачили, но вышло постановление губернатора о запрете выхода на лед, то есть, которое будет нести за собой штрафные санкции, то есть рыбаки и все, кто будет выходить на лед, будут накаться рублем.